Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди третий уровень в локации Jurassic Marsh. В этом уровне мы все вооружение будем получать от игры, это очень хорошо, потому что не надо сушить голову, как нейтрализовать динозавра. Но его никак не уберешь, нас просто поставили перед фактом. Вот динозавр, он будет ходить взад-вперед. Что хотите, то и делайте. А самое главное, как-то убрать зомби, когда они подходят очень близко. А в этом уровне мы получаем следующее вооружение, это виноград. Пока что, вот сейчас еще прибывает арбуз, и в принципе это какая-то пища для размышления, что в будущем можно брать для того, чтобы как-то противостоять зомби. Ну, арбуз то такое, а вот виноград, опять же, платное растение, то что я не беру, но мне что-то кажется, что без платных мы просто не обойдемся. А вот чеснок — это действительно очень хорошая идея, то есть можно как-то перенаправить потоки, какие-то линии полностью обрубить для того, чтобы сформировать потоки и поставить на каких-то определенных линиях мощное оружие. Тоже неплохая идея. Но посмотрим, насколько она будет реализована в будущем. Сделаю такой эксперимент. У чеснока такой стильный костюмчик, какая-то перчатка на голове. Это костюм, но давно мы его взяли, я, честно говоря, не помню. Вот последние костюмы более или менее все знаю, а вот этот вот, наверное, все-таки мы давненько его получили. А сейчас мы выставили чеснок на некоторых линиях. Это вторая линия и пятая. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что держимся неплохо. А скажу откровенно, у меня пару раз что-то не пошло в уровне. Это уже у меня третья попытка. Ну, я хотел сделать, чтобы все получилось красиво и чтобы можно было это смотреть, потому что уже в начале уровня у меня уже уезжали газонокосилки. Надо было еще как-то растаять чеснок. Вот, но, судя по всему, у нас более или менее, но начинает получаться. Это уже конец уровня, осталось продержаться какое-то непродолжительное время. И к тому же мы еще получаем виноград. Мощное растение такое, которое просто разбивая всех зомби в пух и прах. Вновь получаем виноград, мы его как-то много получаем в начале и в конце, в середине его немного. Ну вот, собственно, и все. Мы сейчас убрали последнего зомби и успешно проходим данный уровень. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!